Война в Афганистане длилась около 10 лет. 15 февраля 1989 года оттуда были выведены советские войска. Напомним, в военных действиях участие приняли более 22 тысяч жителей нашей республики, и около 1000 не вернулись домой. Скорбь, конечно, и боль, что мы там видели. У нас в сердцах сколько мы своих ребят, однополчан, потеряли в Афганистане. Ребята, проявившие мужество и героизм в Афганистане. Основная наша задача шла – это поставка гуманитарной помощи. Мероприятие прошло в парке воинов-интернационалистов. Почтить память павших солдат прибыли сотрудники отдела по делам обороны. Наша задача – сохранить мир в стране и, конечно, чтить память погибших и почитать наших ветеранов. Желаю всем казахстанцам мирного неба над головой. В числе погибших – экибастузцы Зейнулла Шарибаев, Павел Кондратеня и Николай Дрыгач. Память о товарищах Союз ветеранов Афганистана сохраняет и передает подрастающему поколению. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.